Трагическая статистика свидетельствует о том, что в России в дорожно-транспортных происшествиях каждый год гибнет более 30 тысяч человек. Много людей, а самые печальные – дети, гибнут на пешеходных переходах. Всероссийская акция «Притормози», стартовавшая 7 апреля в Ленинском районе, направлена на воспитание у подрастающего поколения внимания и дисциплинированности на улицах и дорогах. В этот день уроки дорожного движения прошли в школах и в детских садах города Видное. Наша съемочная группа побывала у ребят дошкольного образовательного учреждения номер 39, где проходило одно из занятий. Ребята старшей группы детского сада номер 39 «Ромашка» внимательно слушали Ирину Чекмареву, инспектора по безопасности дорожного движения, которая рассказывала им о значении дорожных знаков. Пешеходный переход. Молодцы, ребят. Этот знак совсем не сложный, но зато такой надежный. Помогает он в пути нам дорогу перейти. Главная задача урока, проводимого в рамках акции «Притормози» – научить детей правилам поведения на дорогах и, в частности, на пешеходных переходах. Это та форма обучения детей, когда мы влияем на среднее и старшее поколение через маленьких. И отрадно, когда наши маленькие слушатели, маленькие участники вот подобных игр подсказывают своим родителям в семье, своим родителям на проезжей части. Вот это тоже определенная форма воздействия, воспитания нашего населения. С папой гулять. Когда загорится красный человечек, мы не идем, а вот когда зеленый, мы идем. Аниматоры в форме игры наглядно показывали ребятам, какой длины тормозной путь автомобиля при внезапном появлении человека на дороге и насколько нужно быть внимательным, чтобы обезопасить себя от трагедии. Это я держусь за ручку мамы и крепко держусь, чтобы не опустить. А почему? Потому что если я опустюсь, меня задавят на машину. По проезжей части играть нельзя. Не гулять, не играть в футбол, ничего. Только переходить, когда зеленый человечек загорится. На проезжей части нельзя играть и кататься на велосипеде. Для старших ребят уроки по правилам поведения на проезжей части дороги в этот день прошли и в школах города. Здесь немножко более серьезная подготовка педагогического состава, потому что очень необычная форма урока физики, вот где как раз моменты, которые влияют на дорожную ситуацию, скоростной режим, тормозной путь. Ну а ребята из детского сада «Ромашка» успешно решили кроссворд и ответили на вопросы по правилам перехода, за что получили заслуженные подарки. Но этот рюкзачок волшебный, ребят. У него есть, видите, полосочка серенькая внизу? Вот эта полосочка, ребят, светится в темноте. Поэтому вы у нас будете самыми видимыми на проезжей части. Мы вот планируем с инспекторами в конце года собрать родительское собрание, родительский клуб такой, где и родители могут поучаствовать и научиться чему-то вместе с детьми. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.